Константинович, сегодня 2 июля, Подмосковье, 100 километров от Москвы, на запад, в сторону Беларуси, Можайский район, Можайская земля. Я с вами познакомилась в этом году, в феврале месяце, спасибо интернету. Вы мне прислали по моей просьбе косточки, стратифицированные. Они у меня удачно проросли. Их очень много, я даже не справилась с ними, так как я начинающий обыватель-садовод в 62 года. Наверное, таких нету, как я. Вот. И вот теперь посмотрите результаты. Думаю, что здесь 45, а то и может быть и 50 сантиметров. Серафим. Дальше. Манжурский вы присылали саженцем. Но так как вы сказали, что надо половину отрезать, так и было сделано. Вот я его и отрезала. Дальше. Манитоба. Опять манжурский. Дальше. Манжурский. Есть Филиппьев, Королевский, Академик. Значит, все высажено, как вы сказали, на холмике, соблюдая все правила, вплоть до того, что сейчас вам покажу, даже видно в одном семидоля. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот она, семидоля. Ее очень хорошо видно. Вот. Вот еще Серафим. Ну и там дальше еще много их насажала. Так как вы сказали, сажай через 2-2,5 метра, а там будет видно. А вот это персик, который я сажала с косточки в прошлом году, он подмерз, но потом дал ростки. Не укрывала ничем. Не знаю, будут результаты или нет. Надеюсь, что в этом году мне придется все молодые, эту молодежь укрывать. Скорее всего, что будем делать с мужем коробки деревянные. Потому что первый год я боюсь их оставить, этих детишек, просто так. А теперь хочу похвастаться вот такой птичкой. Это из интернета. Она охраняет, это не реклама, она охраняет от ягоды, от птичек, которые по утрам прилетают, а мы еще спим. Вот так. Хочу сказать, что у меня есть привитая одна груша в связи с тем, что погибла, я покупала. Получился у меня привой и достаточно серьезный. Не знаю, выживет ли до следующего года или нет, но я уже ваши уроки хорошо услышала, что в сентябре прекратить полив деревьев. Вот буду следовать вашим советам, вашему уроку. Вот такая у меня груша. А от вас я прошу, пожалуйста, соедините меня с вашей Татьяной Снохой, либо с сыном Сергеем. Я просто-напросто хочу заказать у них грушу, лесная красавица, годовалые растения, закрытые корневой системой, яблоньку апорт, сливу, какую они выберут самую прекрасную, и вишню. Можно сначала только грушу и яблоньку прислать. Посмотрим, как дойдет, как перенесет переезд, потому что дальний очень. А тогда я решу еще. Будьте добры, соедините меня с ними.